Всем привет! Хотите увидеть пышное цветение пеларгонии? Если да, то никогда не сажайте ее в слишком просторном горшке, потому что в больших горшках пеларгония начнет жировать. Она тут же переключится на освоение почвы и наращивание зеленой массы. Все ее силы уйдут на рост корня и листьев. Также негативно на цветение влияют и прямые солнечные лучи, переувлажнение почвы, а также неправильная или чрезмерная обрезка. Обрезка лишнего не приветствуется, потому что ей придется заново наращивать зеленую массу и набираться сил для цветения. Так что, если вы хотите увидеть пышное цветение пеларгонии, выбирайте правильный горшок, правильный температурный режим, оптимальный полив. Также обеспечьте доступ солнечного света и также не забудьте правильно обрезать ее. Ведь время от времени пеларгонию нужно избавлять от желтых листьев и стеблей, растущих внутрь куста. Только учтите, что это нужно делать аккуратно и регулярно. Желаю удачи!